Давай, выходи, черт, вперед. Ребят, всем доброе утро. Смотрите, у нас снег. Вот зима начинается прям настоящая. И прям с первых чисел. А вот Чакушка. Чакушка гулять не пойдет далеко. Сейчас здесь быстренько и все. Давай, Чак, в туалет. Давай, мама поедет. Не-не, мяч не надо. Не смотри на мяч, Чак. Сегодня мама на скутере не поедет. Будет отдыхать, Чак. Мама поедет на автобусе. Ой, начинаются проблемы. Как не одно, так другое. Чак, давай в туалет, идем. Как не одно, так другое. Обычно снег даже на Рождество-то редко бывает. А это на тебе. 1 октября, считай, ночью начался. Ну, ночью 2-го, считай, снег начался. Ой. Ну вот так, а что делать? Зима. Так, вроде бы сейчас уже идет дождь, но на скутере все равно нельзя ехать. У нас запрещено, когда снег идет, нельзя ездить, штраф. Такие дела, ребят. Я не успела накрыть свои растения. Ну ладно, они выносливые, ничего с ними не будет. Бонзайчик мой, но ему тоже ничего не будет. Хризантема, все. Вон она вся на полу. Вся на полу от тяжести, вся сломалась. Ну ладно, потом. Ну вот как-то так. Неожиданно, конечно, снежок. Ну что ж делать? Ах, елочки мои, елочки. Тяжелый такой снег. Мокрый. Ай, противный. Ну вот, ребят, последние новости из Болонии. А где Чак? Чаки! Ребят, неужели он домой уже зашел? Я в шоке. Ребят, он уже дома. А не, вот он. Чакушка. Ходит только по-сухому, вы видели? Не, играть, наверное, не будем, Чак. Ну, или 2 минутки. Ну, давай, 2 минутки, иди. 2 минутки пускай поиграет. А то потом сидеть дома долго. А, хитрый, и сразу идет под портик, представляете? Ну, до чего же умный, а? Ну, вот умный мальчик. Ай, Чакушка. Молодец. Ну, это буквально 5 минут, ребят. Потому что мне надо на дорогу, наверное, час. А то и больше. Чак, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. На снег не идет. Вот хитрый, а. Ой, умный. Все, ребят, хорошего всем дня. И пока-пока. Пока. Пока.